Компания Jungle Gym заботится о качестве своей продукции. Для производства наших детских городков мы используем только лучшее проверенное сырье. Мы не привозим китайские составляющие, а изготавливаем деревянные элементы сами. Процесс производства весьма сложен, но очень интересен. Каждую зиму мы заготавливаем бревна из лесов хвойных пород близ Вологды и Архангельска. Древесину пилят на дисковой пилораме, чтобы придать бревнам нужный размер и форму. Доски приезжают к нам крупными партиями. Последующий процесс их сушки занимает около 10 дней. Заметим, сушилка работает в мягком режиме, чтобы дерево не потрескалось. После этого доски обрабатываются на современном четырехстороннем фрезерном станке. Брус мы клеим высококачественным клеем типа D4. Затем все доски и брус мы торцуем в нужный размер. Не менее интересен процесс окрашивания дерева. Каждая деталь красится методом погружения. Данный способ весьма хорош, потому как обеспечивает окрас всей детали и глубокое проникновение краски. Деталям осталось лишь высохнуть, после чего они попадают в руки комплектовщикам. На следующем этапе происходит сбор комплекта городка, который и отправится на склад продавца. Теперь вы убедились, что мы полностью контролируем процесс изготовления дерева для наших городков. Высокое качество – это главный принцип нашей работы. Yippee!